сегодня в программе. А супруг не догадывался, что ребенок не от него? Ой, ну, конечно, я сказала Игорю, что это его ребенок, что я родила Андрюшу якобы 7-месячным. Екатерина Суворова, разведясь со своим мужем, бывшим офицером, оспаривает его отцовство в отношении 5-летнего сына. Екатерина считает, что отец ее ребенка – командир воинской части Александр. Бывший муж согласен с иском и отказывается от ребенка. Кто же на самом деле отец мальчика? Я звонил, я искал, ее нет, никаких объяснений этому исчезновению не было. Я приложил все усилия, чтобы найти ее, и нашел. Оказывается, в декабре месяце она родила моего сына. Скрипач Евгений познакомился в санатории с симпатичной девушкой. И когда она сообщила ему о своей беременности, тут же сделал ей предложение. Но Мария неожиданно уехала, не оставив координат. Спустя год Евгений разыскал Марию и узнал, что она родила сына. Евгений идет в суд, чтобы доказать свое отцовство. Слушается гражданское дело по иску Суровой Екатерины Григорьевны к Сурову Игорю Сергеевичу об оспаривании его отцовства. В отношении Сурова Андрея, которому сейчас 5 лет, истец утверждает, что бывший супруг не является биологическим отцом ее сына, и на этом основании просит аннулировать запись о его отцовстве в записи акта о рождении. Также Сурова Екатерина Григорьевна предъявляет иск к Денисову Александру Ивановичу об установлении его отцовства и о взыскании с ответчика алиментов на содержание ребенка в размере 1/4 доходов ответчика. Ответчики, кто из вас кто? Суров Игорь Сергеевич, я полностью согласен с иском, я не являюсь отцом этого ребенка. Не являетесь. Денисов Александр Иванович с иском полностью не согласен, Андрей не мой сын. Так, вы считаете, что это не ваше, вы тоже считаете, что это не ваш. Угу. Объясните, пожалуйста, истец, расскажите суду, как так получилось, что законный супруг, ребенок вроде бы в браке рожден, а вы считаете, что он не является отцом. Вследствие рождения, в графе отец Суров Игорь Сергеевич. Пожалуйста. Ваша честь, все верно. Мой сын Андрюша записан на моего бывшего мужа Игоря. Он бывший военный и уволился в звании капитана. Но он не является биологическим отцом моего ребенка. Полгода назад мы с Игорем разошлись, он уволился и женился заново. И я не стала подавать на алименты, потому что настоящим биологическим отцом моего ребенка является другой мужчина, Денисов Александр Иванович. Катерина, хватит придумывать. Ни о чем это все. Саш, хватит изображать из себя дурака. Ваша честь, мы с Александром встречались еще до моей женитьбы. Потом он женился на дочери главнокомандующего округом, быстро пошел на повышение, стал сначала заместителем, а сейчас и командиром полка. Но 6 лет назад, даже после его женитьбы, еще пару месяцев я продолжала с Александром встречаться. После того, как он уже женился, да? Да, после того, как он уже женился. За мной тогда стал ухаживать молодой лейтенант Игорь, но с Игорем мы не спали, когда я забеременела от Александра. Я сначала хотела сделать аборт, но потом решила оставить ребенка от любимого мужчины. И таким образом я вышла замуж, уже будучи беременной. А супруг не догадывался, что ребенок не от него? Ой, ну, конечно, я сказала Игорю, что это его ребенок, что я родила Андрюшу якобы 7-месячным. И когда Андрюша родился, мы стали жить в военном городке, стали дружить с семьями, с Александром, с его супругой Алисой. У нас городок маленький, все друг друга знают. Поэтому близкие отношения я с Александром прекратила. Но я Александру призналась, что Андрюша его сын. И он поверил, потому что по срокам все сходилось. Он даже стал заботиться об Андрюше, дарить ему подарки на день рождения, водить его на рыбалку. Вот так, в принципе, и жили Александр со своей супругой, я с моим мужем Игорем. А потом нас с Игорем развела моя бывшая подруга Инна, единственный мастер-парикмахер в нашем городке. Я еще тогда думаю, а что это мой муж по 2 раза в месяц ходит прическу себе делать. Мастер, а оно вон как хороший. Оказалось. Мастер. Но, вы знаете, я даже не жалею о разводе. Я счастья с Игорем не нашла, пускай Инна поищет с ним счастье. Я прошу аннулировать в графе отцовство Игоря, признать отцом моего ребенка Александра и удерживать с него алименты.
Вот у меня к вам, Игорь, ответчик. Такой вопрос. Вы же считали ребеночка своим. Почему вы сейчас с иском согласны? Давайте я расскажу, да, сначала, как все было. Действительно, я до последнего момента считал Андрюшу своим сыном. Но недавно от Кати я ушел к ее подруге Инне. Она-то мне и раскрыла правду всю. Она сказала, что Андрей — это сын Александра. И Катя подтвердила информацию. Но я собрал вещи, сразу же ушел. Я не собираюсь воспитывать чужого ребенка. Собственно, вот так вот все и произошло. Сменил дислокацию, так скажем. Угу. Просто получается, что 5 лет я воспитываю не своего ребенка. Соответственно, делать это... Получается, что вам Инна сказала, что ребенок не ваш, а вы ей поверили. Вы и рады. Да это все знают в городке, ваша честь. Можно спросить кого угодно. А, то есть, понятно. Вы были единственным, кто не знал. Просто дело в том, что да, у меня появлялись вопросы. Вот когда родился Андрей, я забирал из роддома. Катя сказала, но он 7-месячным родился, а весил больше 3 килограмм, сами понимаете. Катя тогда сказала, что ох, богатыря тебе родила, типа. А если бы в срок, то ого-го еще каким бы был. Угу. Ну, а Кесарева делали все равно ей, поэтому тут вопросы как бы оставались. После того, как Андрей родился, мы отдалились друг от друга. Я начал службой заниматься, домом. И сейчас я уже вспоминаю, да, что слишком много внимания уделял Саше ребенку. Ах, вот как. Уделял постоянно. В чем это выражалось? Ну как, он возил его с собой на рыбалке. Вот я уже сейчас начинаю это вспоминать. Саш, было такое, да? Было. На отдых было. Возил, подарки дарил постоянно. Мы живем в одном доме, я вспоминаю, что еще постоянно соседи внизу шушукаются. Вот типа суровского сына командир повез на рыбалку опять. А другая говорит, нет, не суровского, видать, своего повез. То есть я не собираюсь воспитывать чужого ребенка, я ушел к Инне, мне с ней хорошо. Поэтому хватит клоуна из меня здесь делать, ребят, разбирайтесь сами. Да никто из тебя клоуна не делает. Получается, Александр, так, что многие считали действительно вас отцом, потому что вы тепло относились к мальчику. Вы, видим, по доброте душевной. А видите, как люди оценивают? Ваша честь, вот я об этом же. Андрей не мой сын, и помогай после этого людям, заботься. Давай время побыть друг с другом. А соседи? Военный гарнизон, это ж только сплетни разносить. Да Екатерина ничего не смогла другого придумать, как меня к себе приблизить. Да и вы поймите, с меня же алименты намного выгоднее брать. Игорь, запас недавно уволился по состоянию здоровья. На гражданке практически ничего не получает. А я командир части, у меня хороший оклад, зарплата, премии. Близкие отношения у вас были с Екатериной? Были. Но... Честно? Честно. Прекрасно. Были до... моего замужества, до моей женитьбы. Да, женитьбы, да, ваши. Да, да. Замужество эту девушку. Были, но мы всегда предохранялись. И о ребенке речи никогда и не было. Потом она вышла замуж за Игоря и родила ему сына. Угу. То есть вы не относились к ребенку как к своему родному, да? Я относился к ребенку как к ребенку моих друзей, моей бывшей подруги и моего боевого товарища. Послушайте, что судебному психологу Андрей рассказал. Андрюш, это тебе мама дала телефон? Нет, это мой. Мне дядя Саша подарил телефон. А тебе не рано играть в игры на телефоне? Нет, мне дядя Саша разрешил играть в любые игры. Он мне чуть большую машину подарил. Я на ней раньше катался, а теперь не катаюсь. Почему не катаешься? Она сломалась? Теперь в машине только, и она не ездит. А может быть, нужно поменять батарейки, подзарядить? А папа не захотел покупать батарейки. Сказал, чтобы дядя Саша покупал батарейки. А папа сам что сделал? А папа же от нас ушел. И что, папа совсем не приходит к вам с мамой? Он недавно пришел и сказал, что он не мой папа. А ты скучаешь по нему? А я скучала по нему и каждый день его жду, а он не приходит. А дядя Саша к вам приходит? Когда папа ушел, дядя Саша приходил, а теперь ко мне не приходит. А мама плакала, а дядя Саша ей дал денежку, чтобы мама мне что-нибудь купила. А теперь ко мне приходит не папа, а не дядя Саша. Ваша честь, да, я приходил и оказывал материальную поддержку Екатерине. Но это были не алименты, это была забота о сыне своих друзей. Что оставалось делать, если родной отец отказался от своего ребенка?
Опомнись, Игорь, что ты делаешь? Мне совсем непонятно, товарищ судья, зачем нужно было говорить ребенку о том, что Игорь не его папа? Да ребенку сразу правду лучше знать, Сань, ты прекрасно Какую понимаешь. Какую правду, ты, Игорь? Ты отец, занимайся. Ты наслушался сплетни, сделал какие-то выводы, не сделав теста ДНК, а я и без теста знаю, что я не отец ребенка. Кто тогда? Понимаете, я все равно не понимаю. Вы же честно признали, отношения были. Вы говорите, я предохранялся. Но ведь бывают же разные случаи. Почему вы уверены, что все-таки сын не ваш? Отношения... Тем более вы о нем так заботитесь. Ваша Заботились. Честь. Отношения у нас были до того, как... Это вы уже сказали, как вы женились, да. Да, и... Я могу сказать о том, что я бы и не поддерживал отношений с Катериной, но она познакомилась с моей супругой, втерлась в доверие, и мы стали общаться с семьями. Потрясающе. Втерлась в доверие, коварная. Вы свою супругу пригласить хотите в качестве свидетеля, как я понимаю, к этому Ваша подводите, честь. Да, Денисова Алиса Николаевна заявлена, да, в списке ваших свидетелей? Да, как женщина может нести ясность в это дело, потому что мы подсчитали срок, и по сроку Денисова я Николаевна, никак пожалуйста, не могу являться отцом ребенка. Мы в это время супругой были... посчитали, вместе посчитали, серии посчитали. Да, да. Она мне в этом вопросе помогла. Потому что мы в это время были на отдыхе, когда забеременела Катерина, и... Никаким образом я не могу. Катюш, что происходит? Отцом. Санта-Барбару устроились? Что это такое? Какая Санта-Барбара? Здравствуйте, Алиса. Катерина. Какая Санта-Барбара? Игорь, помолчи, одумайтесь, сейчас, воспитывайте давай. Своего Спокойно. Сына вместе. Угу. Сына. А как вот вы считаете, Алиса, а может такое быть, что действительно ваш супруг является биологическим отцом малыша? Или невозможно? Нет, Ваша честь. Мой супруг не может быть отцом Андрюши. Не может. Почему не может? Не может? Нет. А может, все-таки может? Я расскажу, почему, конечно. Я просто не думала, что Катя может быть такой меркантильной, что ей могут понадобиться деньги. Я же тебя за подругу считала, а ты вот так вот. Теперь все поговаривают, все осуждают и шепчутся за спиной. Стоит мне с дочкой пройти по улице, ой-ой, смотрите, пошла, как на Андрюшку похожа, на братишку. Теперь вот так обстоят дела. И соседи все за спиной шушукаются. Всем, конечно, лишь бы лясы поточить. А в чем тут позор, если это правда? Это неправда, Кать. Это неправда. Объясню, почему. Мы поехали с мужем 6 лет назад в свадебное путешествие. Это было как раз-таки в конце августа. Уехали мы 25 числа, отпуск был у мужа полтора месяца, и вернулись мы в начале октября примерно. Андрюша родился 11 июня. Соответственно, по срокам это не совпадает. Перед вашим отъездом мы с Сашей не предохранялись. Он был выпивший и не помнит. И вообще после вашей свадьбы мы неоднократно встречались. Вранье. Это все вранье. Конечно, Ваша честь, я замечала, что Катя как-то странно смотрит на моего супруга, на Александра. Она все время его нахваливала, говорила, какой он классный, и все в таком духе. Нет, мне даже это нравилось. Я думала, ну и пусть нахваливает, пусть завидует, почему бы и нет. Я же не знала, что мой муж раньше встречался с Катериной. А вы дружить с семьями стали до вашего брака или после? Дружили мы стали уже после свадьбы. Ну и Андрюшу, соответственно, стали брать с собой, когда он подрос, на наш отдых. Нам было это удобно, понимаете? Наша дочка Маша, она играла, соответственно, да, с Андрюшей. Дети, заняты, дети занимались, да. Да, родители и свободны. Родители спокойно свободны, поэтому мы и брали. Но Катерина, она сама всегда говорила, что Андрюша все унаследовал от отца, соответственно, от Игоря. И ничего не взяла от нее, и очень похож. Все соседи действительно это могут подтвердить. Все находили сходство, как и внутреннее, так и внешнее. И Игорь сам был очень горд и счастлив, что у него родился именно сын. Все наоборот. Все всегда говорили, что Андрюша похож на Александра. Ну, говорили за глаза, но говорили все-таки. Нет, это они уже начали говорить после того, как ты им все рассказала. А я узнала об этом от Инны. Это наш парикмахер. Я как-то к ней пришла сделать прическу. Она мне говорит, что твой-то, мол... Отец Андрея Сурова. Я чуть с кресла не упала. Ну как такое может быть? Просто Инна, ей выгодно это говорить. Объясню почему. Она новая супруга Игоря. Соответственно, она не хочет, чтобы ее муж выплачивал алименты сыну. И Екатерине это выгодно. Вы знаете, почему она сегодня нас всех созвала на самом-то деле? Я расскажу. Мой супруг Александр недавно получил наследство от отца. Получил Опа. Дом в Испании. Ты еще и дом в Испании. Да. Хорошо. Да, и получил свой бизнес. И получает он, в принципе, зарплату, на минуточку, в 5 раз больше, чем Игорь.
И вот поэтому все это, соответственно, и приключилось. Только алименты. Побольше денег себе. Ваша честь, это может показаться странным, но я хочу пригласить свою бывшую подругу Инну. Она подтвердит, что я родила от Александра. Инна, которая сейчас замужем за вашим бывшим мужем, да, парикмахер. Именно ее. Сурову Инну Витальевну, пожалуйста, пригласите. Ребят, я Катюша, вас прошу. Что ты устроил? Все станет слушай, ясно. Саш, ты же любил всю жизнь меня. Ну хватит уже. Скажи, за деньгами? Катерина, денег захотелось. Что было в прошлом, то в прошлом. Вот, да моя любовь. Да ничего это не в прошлом. Моя ничего это не в прошлом. Любовь вечна. А ты воспитывай, раз батя. Что ты вот отнекиваешься? Я батя так своей дочери. Так нужно еще доказать, кто батя. О вашем сыне я заботился. Здравствуйте, друг. Инна. Друг, хороший друг. Офицер. На себя посмотрел российская бы. Армия. Сына бросил. Инна, скажите, от кого Екатерина сына своего Андрея родила? Ваша честь, я могу точно с большой уверенностью сказать, что отец Андрюши Александр. Может показаться, конечно, что я говорю так, потому что хочу увести Игоря, но это не так. Так вы же уже вроде бы увели. Ну, мы вместе живем, да. Просто мне Катя говорила неоднократно, что она его не любит и живет с ним не по любви. А Александра она очень сильно любит, и она забеременела еще до свадьбы с Алисой. Когда вот они поехали на отдых, да, перед отдыхом еще она забеременела от Александра. Вот, и потом... Он начал подрастать, и она, значит, мне говорит, что он очень сильно похож на Александра, прям копия Александра. И сам даже Александр мне не говорил, но намекал, так это было видно, что он отец Андрюшки. Инна. Откуда вам известно, что Александр знал, что он биологический отец? А, значит так, когда был праздник, я решила подшутить. Я говорю, ох, как копия Андрюшка, Сашка. А он, значит, палец к губам прислонил и говорил, должна быть тишина в царстве-государстве. Да, Инна, так я и над тобой тоже пошутил, а ты как сорока белобока сплетен. Ой, да ладно, пошутил. А кто договорился с больницей, чтобы Катя с Андрюшкой в больнице лежали? А ты деньги постоянно Андрюшке давал, Кате. Большие деньги, ежемесячно ты помогал. Какая забота? А вы что, братья друг другу, что ли, с Игорем, чтобы вот так вот заботиться? Ты дядя, что ли, родной? Про офицерское братство слышала? Я командир части. Я забочусь о своих подчиненных. Неправда. Не ты, значит, отец, а Игорь не отец. Ой, я сначала на тебя так зла на самом деле была, но сейчас даже благодарна. Жить во лжи нельзя. И если бы не ты, этого бы ничего не было. Но сейчас это есть. Я настаиваю, что отец ребенка Александр. Ваша честь, прошу. Суд выслушал аргументы сторон, показания свидетелей. Если вам нечего добавить, давайте ознакомимся с результатами генетических экспертиз. Принесите, ваша честь, я конверты. Прошу начать с меня. Чтобы, наконец, расставить все точки над «и». Должна быть тишина в царстве. На корпоративе пошутили, разыграли. Вы нашли конечно. Повод для шуток вообще. Сейчас все ты узнаешь. Узнаю. Итак, как вы просили, Денис Александрович, оглашаются сначала результаты вашей генетической экспертизы. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Денисова Александра Ивановича и Сурова Андрея Игоревича. По результатам настоящей экспертизы Денисов Александр Иванович не является биологическим отцом Сурова Андрея Игоревича. Что исследовало доказать? Что скажет все, Екатерина? Дурачила нас здесь всех? Историю эту придумала? Так он же похож сильно ребенка, на тебя. И ты к сыну а вернись. А ты верил до конца, да? Что ты все-таки? Так я же правда считала, что родила от все? Александра. Лавочку. А получается, что не получилось? Так он похож на Сашу-то очень сильно. Как так? Все, не получилось. Оглашаются результаты генетической экспертизы Сурова Игоря Сергеевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Сурова Игоря Сергеевича и Сурова Андрея Игоревича. По результатам настоящей экспертизы Суров Игорь Сергеевич является биологическим отцом Сурова Андрея Игоревича. Да что ну, такое? Слава богу, мой сын. Ин, вот как ты скажи, является? Ты зачем это мне сказал? Инна, ты зачем мне это говоришь? Я от ребенка отказался, ты понимаешь от своего? Как мне в глаза ему теперь смотреть? Ничего страшного. Катя сама говорила, ничего что страшного. Ты не отец этого ребенка. Отец. А я тут при чем? Устроили. Ну что, Катерина, не получилось у тебя урвать наследство и алименты? Игорю, его надо было сразу делать тест ДНК. Он послушал Инну свою.
которая, кстати, с мужем тебя развела на минуточку. Да какое наследство? Ни о каком наследстве я даже не думала. Я просто хотела, чтобы мой ребенок не остался без средств существования. Ваша честь, я ведь искренне считала, что отец моего ребенка Александр. И Александр в это верил. Он, ну, только месяц назад, наверное, начал отказываться от ребенка, видимо, по настоянию своей супруги, когда они узнали о наследстве. Если я перед кем и виновата, то только перед Игорем, которого думала, что обманывала, получается, что он отец ребенка. Я даже на алименты не подала, когда муж ушел из семьи. Теперь можете подать. Вот что, да, и что мне теперь делать? Александр тоже отказался от ребенка. Мне же не воспитывать... Я вам рассказываю, что делать. На алименты подавать к бывшему супругу. Игорь Сергеевич, вы являетесь биологическим отцом. Намерены ли вы выплачивать алименты, участвовать в воспитании ребенка? Какие планы? Да, Ваша честь, сын мой, я добровольно буду его поднимать и поддерживать. Все алименты буду выплачивать. А ты, Катюш, запутала здесь всех. Катя, тут удаляется для вынесения Катя. Решения. Зачем ты это сделала? Устроила бы. Хоть здесь сохранила богатскую честь. Я правда считала отцом ребенка Александра. Далее в программе. Я звонил, я искал, ее нет, никаких объяснений этому исчезновению не было. Я приложил все усилия, чтобы найти ее, и нашел. Оказывается, в декабре месяце она родила моего сына. Скрипач Евгений познакомился в санатории с симпатичной девушкой. И когда она сообщила ему о своей беременности, тут же сделал ей предложение. Но Мария неожиданно уехала, не оставив координат. Спустя год Евгений разыскал Марию и узнал, что она родила сына. Евгений идет в суд, чтобы доказать свое отцовство. Я не хочу сейчас... Тишина в зале суда. Оглашается решение суда. В иске об оспаривании отцовства отказать актовую запись об отцовстве бывшего мужа истца Сурова Игоря Сергеевича в записи акта рождения не аннулировать. В иске об отцовстве Денисова Александра Ивановича отказать. Суд не аннулирует запись об отцовстве Сурова Игоря Сергеевича, потому что утверждение истца, что бывший супруг не является биологическим отцом ее сына, опровергается обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства и заключением молекулярно-генетической экспертизы. Судебное заседание закрыто. Устроили здесь, Кать. Вот ты все равно любишь меня. Больше ничего общего. Ее я люблю. Здравствуйте. Здравствуйте, Ваша честь. Слушается гражданское дело по иску Баринцева Евгения Сергеевича к Северской Марии Николаевне об установлении отцовства в отношении Северского Богдана Александровича. Ему сейчас 6 месяцев. Ответчик с иском не согласна. Евгений Сергеевич, а вы на каком основании исковые требования заявляете? Я сейчас поясню. Я являюсь биологическим отцом Богдана. И у меня есть доказательства. То есть я хочу доказать это. Попробуйте. Да, спасибо. Год назад, на майские праздники, я был в санатории, где, значит, моя супруга является управляющей. И туда приехала Машенька со своей подругой. И как только мы встретились... Между нами пробежала искра. И что там говорить? Роман. Бурный роман, да. А по окончании праздников Маша изъявила желание остаться. Ну, я, конечно же, это все устроил. Я оплатил путевку до конца месяца. Вот, а в конце месяца, Ваша честь, она мне объявляет, что я, то есть, буду отцом. Она беременна. Понимаете? И предоставляет мне тест, положительный тест на беременность. Это она прямо сама сказала о своей беременности. Совершенно и сказала, верно. Что от вас.
Да, да, совершенно так. Верно. Я был на седьмом небе от счастья. Я всю жизнь мечтал стать отцом. И тут это свершилось, понимаете? Вот. Я, конечно, сразу предложил руку и сердце. Да. Вот. Она согласилась, ну, конечно, после того, как я разведусь со своей супругой. Вот. И тут, Ваша честь, настал тот печальный день. Маша исчезла. Я был в недоумении. Я звонил, я искал. Ее нет. Никаких объяснений этому исчезновению не было. Я приложил все усилия, чтобы найти ее. И нашел. Оказывается, в декабре месяце она родила моего сына. Да не твоего, боже. Так, моего сына. То, что он мой, нет никаких сомнений. Вы посмотрите, пожалуйста, носик, глазки, ушки. Ну, все мое. Моя копия. Вы понимаете? Я мало того, я хочу принимать активное участие в воспитании ребенка. И материальное, и, значит, любое. Все, понятно. Да. Жду, да, ваша позиция ясна. Господи. Вам слово, ответчик. Богдан не его сын. Просто вот катись туда, откуда ты и приехал, боже мой. Здесь от тебя никому ничего не нужно. А кто на самом деле биологический отец Богдана? Да, смотрите, сейчас все объясню. Я действительно с ним знакома. Мы действительно отдыхали в том санатории, где он в то время и торчал. Но у нас с ним не было никакой близости, никаких взаимоотношений. Это ему, видимо, что-то приснилось. Богдана я родила от своего бывшего молодого человека, от Ромашкина Александра. Просто на тот момент... Мы с ним жили год в гражданском браке. А когда я уже рождала Богдашу, тогда мы, к сожалению, разошлись. Но ничего страшного в этом не было, потому что... Ну как ничего страшного? Вот свидетельство о рождении в графе «отец» прочерк стоит. Но это было на тот момент, когда мы с ним только разошлись. Именно поэтому там стоит прочерк. А он к нему не имеет никакого взаимоотношения. Это может доказать мой свидетель. Давайте позовем маму Саши, которая докажет, что Саша Ромашкина отец... – это вот ваш как раз человек, которого вы считаете биологическим отцом. Да, от кого я родила ребенка. И она подтвердит, что вы от Саши родили ребенка, верно? Да. Мы это знаем. Ромашкина Раиса Петровна, пригласите, пожалуйста. Машенька, ну как она может подтвердить? Я не понимаю. Если тебе хочется, вот ты рожай ребенка и воспитывай, а моего не трогай. Тут вопрос у суда тоже, сейчас послушаем. Сейчас все объяснят. Раиса Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, Ваша честь. Скажите, пожалуйста, Раиса Петровна, а кто является биологическим отцом Богдана? Вот ответчик Мария считает, что ваш сын. Конечно, конечно, мой сын Саша является отцом Богдана. Понимаете, Ваша честь, они долго встречались, все. И потом где-то перед майскими праздниками мне звонит сын и говорит: «Мам, Маша беременная. Вот что делать, я не знаю». Понимаете, у него тогда было очень тяжелое финансовое положение. Ну, он то на одной работе работал, то на другой. Как-то, ну, не получалось все. Вот. А думает, наверное, не может он обеспечить должным вот ребенка, жену, боялся, все. Боялся. Очень боялся. Вот. Естественно, я сказала, Маша рожает. Я буду помогать. И даже вообще никаких не может быть сомнений в этом. Вот. А тут еще... Перед самыми праздниками мне дали путевку на двоих в санаторий. Вот. Я, естественно, отдала ее детям, потому что Машеньке набраться все-таки сил, здоровья перед родами. Вот. И Сашке тоже. Ну, что у них там произошло, не знаю. В общем, перед самой поездкой они разругались. Сашка психанул, уехал к брату в Хабаровск. Угу. Вот. А Маша, ну, ни одной же ехать, путевки не пропадать, она взяла свою подругу. И они с подругой поехали в санаторий. Угу. Она вам как-то объяснила, почему она сразу не вернулась, после того, как праздники закончились, а задержалась там? Да, да, Ваша честь. Сашка позвонил мой из Хабаровска и говорит: брат нашел работу, я на 2 месяца еще там остаюсь, буду работать. Вот. Ну, а ей что возвращаться тогда? Тем более они поругались. Она осталась еще, тем более, вы понимаете, там такие были хорошие скидки. Она, естественно, ими воспользовалась, чтобы вот отдохнуть и набраться сил еще перед вот родами. Угу. Вот. А так, потом она приехала, звонит мой Сашка и говорит, что он там встретил другую девушку и больше не вернется. Слушайте, ну, я, конечно, не знаю, что у них там произошло у него. Ну, я думаю, что все-таки он вернется. Вернется. Он не бросит сына своего, не бросит Машку.
Вот, я, правда, Машу уговорила пока не подавать на него алименты вот в суд, потому что я помогаю. Я чем могу, помогаю. Я и с Богданом сижу, и материально, и продукты, и одежду покупаю Богдану. То есть, пожалуйста, вот, правда, Машенька? Да, да, да. Вот, поэтому... А сын, вы понимаете, он у меня вот такой, нельзя на него давить. Хорошо. Вот если начинаешь давить, он же ведь назло сделает, не вернется. Он должен сам к этому прийти, что вот у него семья, что у него жена, ребенок. Тогда все будет хорошо. И он вернется, конечно, вернется. Это я знаю точно. Просто время надо. Вот. А что касается отцовства, ой, ну, конечно, Богдан – это сын моего Сашки. Даже если посмотреть на календарь зачатия... Не могу понять. Сашке не нужен, Сашка в Хабаровске, а вы все равно продолжаете утверждать. Конечно. Ну что, давайте посмотрим по срокам. Посмотрите, она еще вот перед майскими праздниками, а Богдан-то родился 20 декабря. Ну как раз вот 9 месяцев-то и получается. Позвольте, ваша честь, ну какой календарь зачатия? Ну о чем вы? Ну это смешно. Смешно. Я видел амбулаторную карту Машеньки. Я еще раз поясню, что жена моя управляющая санаторием. И у меня есть доступ к медицинским документам. Я посмотрел эту карту, и когда она заполняла анкету, и вопрос был, беременная она на этот момент или нет, она поставила прочерк, то есть не беременна. Для меня это было важно, что до праздников она была не беременна, а после праздников, то есть от меня, я должен был уверен быть на 100%, я боялся, что меня просто обманут. Боже мой, ну какой же ты параноик. Не от тебя я беременна, не от тебя. Давайте пригласим второго свидетеля. Это вообще не были беременны. Синицыну Наталью. Она объяснит, почему в графе беременность стоит прочерк. И сразу скажет, что я приехала в санаторий. Это подруга ваша, с которой там были, да? Да. Она знает, что я приехала в санаторий, когда пожалуйста. Была уже беременна. Беременная. Просто Наташка же заполняла это все. Сейчас там узнаем, нет, кто заполнял. Вопросов. Вот и узнаем. Кто заполняет. И уедешь ты отсюда ни с чем. Ой, господи, вот как вообще это получилось? Я сейчас все объясню. Вот объясните, пожалуйста, вопрос у суда. Истец говорит, что видел медицинскую карту вашей подруги Марии, что она не была беременная. Она утверждает, что была уже беременна от Саши Ромашкина. Да, все верно. Моя подруга беременна не была. Дело в том, что когда мы поехали с Машкой в санаторий, ее путевка подразумевала курсовку на лечение, а моя нет. Но Машка сказала, я лечиться не буду, потому что боюсь, мол, навредит в ребенку, да? Ну, да и вообще, на самом деле, Машка поспать хотела подольше. Ну, а я сказала, ну, давай, если не ты, то я. Ну, я воспользовалась, конечно же, этой курсовкой. А в графе про беременность я действительно поставила прочерк, потому что я не беременна. То есть вы поменялись местами? Да, 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 все верно. Проходить же процедуру будет она. Так, а что у них за отношения были с господином Баренцевым? С Баренцевым? Нет, вы посмотрите на него. Вы же там были. Да, и посмотрите на Машку. Ей вообще нравятся другие мужчины. А вот этот скрипач к нам захаживал иногда. Нет, поначалу нам казалось это максимально забавным. Ну, все-таки артист там на скрипчике играет. Ну, пару раз мы в ресторан с ним ходили, да, в бар. Было дело. Ничего страшного. Но потом он как-то нам быстро надоел, и мы от него постепенно отстали. Но, вот вы знаете, он позже начал к Машке захаживать. То с цветами. То на свиданку, то в ресторан, да, клинья подбивать. Но всегда, когда Машка была с ним на свиданиях, я с ней ходила, потому что, ну, как бы сами знаете, ну, чтобы, да, чтобы он дистанцию держал. Да, чтобы дистанцию соблюдал. Честь, что вскрывается сейчас? И ресторан, и цветы, да, может быть, мы еще поговорим, и скроется что-нибудь другое. И потом подруга 24 часа в сутки не находилась же с Машей. Да, она ходила, как сама сказала, на процедуры. Вот во время процедур-то все и происходило. Маш, то есть мы с Машей были наедине. В твоих мечтах? Нет. Натурально, Машенька, натурально. Натурально. А, да, кстати, я прошу пригласить свидетеля. Этот свидетель подтвердит то, что я и Маша были любовниками. Это моя супруга. Ей, конечно, нелегко. Это очень странное ходатайство, истец. Вы приглашаете жену, чтобы она подтвердила суду, что вы ей изменяли. Так?
Мы уже все выяснили с ней, и она согласилась, чтобы свидетельствовать в том, что я являюсь отцом этого ребенка. Очень высокие отношения. Пригласите, пожалуйста, Баренцеву Ирину Витальевну. Он гуляет, ходит, а она его защищать приходит в суд. Она свечку, что ли, держала? Как она может быть свидетелем? Ну, как говорится, муж и жена, да? Да-да-да. Ой, господи, ой, что ж творится-то, а? Давайте послушаем. Что творится? Просто у людей очень высокие отношения. Вот мы, да. Видно, какие? Видно. Очень какие? Высокие отношения. Видно, поэтому вы и гуляете. Да. Поэтому вы и гуляете. Здорово, да? Ирина Витальевна, не совсем стандартная ситуация. Вы пришли в суд подтвердить, что ваш муж вам изменял и является биологическим отцом. Вот ребеночка Богдана, ему сейчас полгодика. Да, Ваша честь, я действительно согласилась помочь Жене. Потому что я его очень люблю, Ваша честь. И, конечно, ситуация очень неприятная. Я себя чувствую не в своей тарелке. Но дело в том, что сейчас речь идет об отцовстве моего супруга. И я сказала, что я ему помогу. Дело в том, что я управляющая в санатории, где, собственно, дело все произошло. Куда приезжала вот эта Мария отдыхать. И поскольку был наплыв гостей, я там практически круглосуточно, и, конечно, мне бросилось в глаза, что они слишком часто проводят с мужем время. Это для меня показалось слишком нереальным. Я решила пойти и выяснить отношения. Особенно, когда вот схлынул поток гостей, и вдруг ни с того ни с сего девушка продлила путевку, и я тут точно поняла, что, ну, наверное, не без участия мужа. Я пришла к ней поговорить по-хорошему. Но дело в том, что дверь была открыта, а оттуда были такие ахи-вдохи. Ваша честь, я заглянула, мне сейчас неприятно это вспоминать, но дело в том, что я могу стопроцентно даже гарантировать, что в постели были мой муж и эта проходимка, и у них там все было. Но гарантировать вы это не можете. Как я видела, они сексом занимались. Подтвердить, да. Все. Надо было смотреть. Что надо было смотреть, дорогая? За мужем, за своим смотреть. Скажите, надо. А вы потом с ним... А вы за нет, своей просто мне очень смотрите, интересно. Вот поясните мне, свидетель, а вы потом с мужем по этому поводу говорили? Нет, Ваша честь, в тот раз нет, потому что я вообще не знала, как об этом говорить. И... Ну, я надеялась, что вот она уедет, и все забудется. Седина в бороду, бес в ребро. Ну, как это бывает у мужчин часто. В общем, я не стала тогда говорить. О себя уважать вообще. Но дело в том, что она же не уехала. Поэтому я решила, что теперь-то уж точно надо расставить все точки над «и», потому что через 2 недели я их снова застала в этой ситуации. Я, конечно, стала мама, говорить. А тут получилось так, что... И что у нас 16 лет брака, а мой муж мне говорит... Прости, родная, я должен жениться, я порядочный человек, а вот это вот беременна уже. Мне было, ну, не знаю, любая женщина, наверное, может понять, как в этой ситуации себя чувствуешь, особенно когда любишь. Но я решила, что все-таки ребенок, которого я, к сожалению, не смогла подарить Жене за эти годы, наверное, важнее, и я... Согласилась его отпустить, хотя в глубине души, конечно, я очень хотела, чтобы Женя остался со мной. И когда эта очень влюбленная, в кавычках, девушка исчезла из нашей жизни, резко и внезапно, не оставив обратного адреса, я, конечно, вздохнула с облегчением, Ваша честь. Уехала к себе в Москву, и пусть забудется. Но дело в том, что муж, конечно, понял, кто его на самом деле любит. Вот. Но по прошествии определенного времени он узнал, что у него все-таки родился ребенок. Он очень творческий человек, у меня, Ваша честь. Это он принимает все очень, ну, тяжело, и поэтому он даже скрипку свою забросил. Вы не представляете, для него это что-то невероятное. И, конечно, я решила, что нужно идти в суд. Я его уговорила, что мы пойдем в суд, и я помогу отстоять его право на отцовство. А почему вы помогаете? Я вот не очень понимаю. Вы не боитесь, что сейчас будет установлено его отцовство, предположим, и он от вас опять сбежит? Нет, Ваша честь, не боюсь, потому что я говорю, Женя уже все понял. Он понял о настоящем отношении этой профурсетки к себе, о том, как она себя повела. Она даже деньги брала на аборт. Вот. Поэтому, конечно, ну... Какая из нее мать, какая из нее любимая. Поэтому так, 16 лет нашего мать. Брака, и то, что столько я и прощала, и тянула, и все это он оценил. Он тоже умный человек, пусть и творческий. Он все понимает, мы с ним
Абсолютно помирились и забыли друг другу, ну, обиды забыли и решили вместе вот отстаивать, потому что, посмотрите, какая-то, ну, это же счастье, свое ребенка, да, на ручках понянчить. А вы что, хотите бы... нянчить, что ли? Конечно, ваша честь, я не отказываюсь, пусть бы приезжал, мы бы его там и с собой на дачу, а подрос бы, ну, муж бы на скрипочке стал учиться. То есть вы хотите занять место мамы для ваша Богдана? Ваша честь, а почему бы и нет? Я считаю, что вот она, если покопаться в ее биографии, как она себя ведет. Возможно, ее лишить родительских прав запросто. Это еще не доказано, что это ваш. Я уверена, что это наш. А мы будем хорошими родителями, ваша честь. Я обещаю, что буду намного лучше матери, чем это. Моего ребенка ты ни за что не получишь. А этого ребенка, это наш Богдан. С такой жертвенностью я, если честно, сталкиваюсь впервые за всю свою практику. Господи, давайте, пожалуйста, посмотрим уже на экспертизу и покончим с этими пришло двумя сумасшедшими. Пришло время ознакомиться с результатами ДНК-теста. Принесите, пожалуйста, конверт. И сразу же все поймете, что это не ваш сын, что вы можете просто ехать дальше. Джульетта. Мы Джульетта, не сумасшедшие. Джульетта. Вы за Ромео не надо, не надо. Вы да. О чем просто любой так? Благородный поступок у нас... Да, именно поэтому я люблю своего сына. Да, а деньги на аборт зачем брала? Какие деньги, господи? Вот уже прицепиться не к чему. Давайте теперь про деньги про какие-то поговорим. Спасибо. Итак, оглашаются результаты генетической экспертизы Баринцева Евгения Сергеевича. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Баринцева Евгения Сергеевича и Северского Богдана Александровича. По результату стоящей экспертизы Баринцев Евгений Сергеевич... не является биологическим отцом Северского Богдана Александровича. Я же говорила тебе, что не ты отец ребенка. Вот ты теперь можешь Богдан. Просто ехать туда, откуда ты и приехал. Ты гадина! Займите, пожалуйста, свое место. Место свое займите. Вы что делаете? Гадина! Верни мои 50 тысяч евро, дрянь! Какие деньги? Господи, о чем ты говоришь? Тихо! Тишина в зале суда. Что за деньги? Что за человек? Ваша честь. Я с ней просто не могу. Вот эта дрянь взяла у меня 50 тысяч евро. За то, что она родит ребенка моего мужа и отдаст его нам. Я пришла к ней после первого же раза, да, поговорить. Я ей объяснила, что Женя творческий человек. Зачем? После первого раза, первого секса вы к ней да, пришли? Да, 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 после того, как я первый раз их застал. Я а муж знал об этом? Извините, сразу скажите, муж нет, знал? Он тогда не знал. Я ей объяснила подробно, говорю, посмотри на себя, зачем тебе мой муж? Мы 16 лет в браке, у нас любовь, семья, а тебе он зачем? Незачем, он тебя не прокормит, ничего тебе не сделает. Она сказала, что да, мне он не нужен. Конечно, и сказала, что через пару дней уедет. Послушай, женщина. Ира, ну как ты могла за моей спиной? Это же, ну... Женечка, а так я же боролась за тебя. Да, как ты не понимаешь? Мне ты дорог, понимаешь? Наша семья. Ей ты не дорог совершенно. Да какая как семья? Только я второй раз к ней пришла, она мне сразу сказала, что она берет деньги на аборт, потому что у нее есть свой парень, и она не может к нему беременной вернуться. Поэтому она продлила свою путевку и так далее. Ваша честь, я дала ей деньги. На аборт? Еще сверх дала. На аборт да, дали деньги? Лишь бы убиралась поскорее. Но она снова не уехала. Я опять к ней, она говорит, вот так и так я не могу сделать аборт. Типа, я вот боюсь, мне надо все-таки родить. Мало ли, я потом не смогу. Хорошо, так я вы 50 думала, тысяч дали за что? Чтобы родила или чтобы аборт сделала? Понять не она могу. Сказала сначала, что аборт, когда я деньги дала и пришла к ней, потому что она не уехала. Она говорит, я что не могу аборт, я боюсь. Так. Тогда я думала, ну все равно думается, уедет. Нет, она не уехала. Она сказала все мужу, чтобы он пошел развелся со мной. И после этого уже я пошла к ней и свои накопленные 50 тысяч евро. Единственное, что у меня было. Я с ней решила договориться. Говорю, хорошо, давай так. Ты этого ребенка, который тебе не нужен, просто боишься, да, на аборт идти. Вернешь нам и свалишь после этого из нашей жизни. Она взяла вашу честь. Я думала, у нее хоть какие-то, ну, не знаю, крупицы совести есть. Ну, конечно, у того, кто продает своего ребенка, нету таких. Господи. Кто продает, а кто Ира, деньги? Да за кого ты меня принимаешь? Я хочу уточнить, а у вас какая-то письменная договоренность была? Или это вот
Конечно, ничего у нее нет. Нет, ваше такого нет. Доказательств никаких нет, да? Не было. Я понимаю, что поступила как дура, но дело в том, что я была в такой ситуации загнана, что я не знала, у меня муж сейчас вот придет, я вообще без всего останусь в этой жизни. Я хотела хоть что-то сделать. К тому же мне надо было, чтобы Женя не знал, чтобы он не был вмешан в эту ситуацию, чтобы юристы не знали. Я надеялась, говорю, на порядочность человека. Посмотрите, кто рядом с вами. Ира, Ира, как ты могла? Как ты могла такое придумать? Женечка, подожди, это тебе были нужны дети, не мне. Это ты меня заставила прийти вот на сегодняшний суд. А не я, это не моя инициатива. Женечка, ну я же хотела, чтобы у нас была семья настоящая. Я же знала, что ты вот страдаешь, что ребенок-то вот есть, и ты не можешь даже его взять на ручки. Ну мне очень хотелось, чтобы тебе было хорошо. Но если не надо, то и не надо. Главное, чтобы наша семья сохранилась. Понимаешь, я тебя люблю. Все понятно. Я скажи все мне, делаю пожалуйста, для себя, ты понимаешь? Я прозрел, я все вижу. Так, все понятно. Пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, ответчик, тихо, тишина в зале суда. Вы брали 50 тысяч евро, чтобы родить ребенка? Я вообще не понимаю, о чем она говорит. Мне кажется, брали? Она просто врет. Понимаете, как все было? На самом деле, женщина слишком сильно помешана на своем муже. Она это просто понятно. Души в нем не чает. Он ей ходит, изменяет направо и налево, а она за ним бегает. Ну ты-то никого я не когда, любишь. Я даже когда забеременела... Помолчи. Да помолчи ты, пожалуйста, господи, тебе слова не давали. Я когда забеременела, сказала ей, что я аборт делать не буду. Я ей сказала, что ребенок не от него. Она мне дала эти 50 тысяч. Такая, мол, вот уедь, я тебя прошу, уйди из нашей жизни, чтобы я не уводила его из семьи. Да кому он нафиг нужен? Он не отец моего ребенка. Мне на него все равно. Вы взяли 50 тысяч? То есть да. С ну, ваших сами... слов она вам дала 50 тысяч, просто чтобы вы ушли из их жизни. Чтобы я ушла из их жизни, и чтобы я не уводила что его из семьи. Деньги за это? То есть да вы никто. Деньги взяли и, собственно, исчезли? Я взяла их за ребенка, да, продала. Такой, как... Да помолчи ты уже. Подождите. Такой был договор. Я беру деньги и ухожу из их жизни. То есть его не увожу из семьи. Ну, сами понимаете, не я за ребеночка. Я ращу ребеночка одна. Все-таки парень у меня ушел, и эти деньги были только я на с тобой, его я здравие. С тобой, да, Раиса Петровна, извините, понимаю, ну поступок не очень красивый. Это очень важно просто, чтобы вы сейчас это сказали суду. То есть вы ей не обещали родить ребенка за 50 тысяч? Нет, конечно. Она сказала, просто уйди из нашей жизни все, и не забирай его поняла. Из семьи. Ответ ясен. Ваша честь, она врет. Складывается такая история, что вы говорите, что Мария взяла 50 тысяч евро с тем, чтобы родить ребенка, отдать вам, после того, как она отказалась сделать аборт. Мария говорит, что она взяла 50 тысяч евро, чтобы исчезнуть из вашей жизни. Конечно. Письменных договоренностей, доказательств у вас нет. Поэтому получается, что Мария не обманывает. Она действительно выполнила обещание. Взяла 50 тысяч евро, из вашей жизни исчезла. Что же вы так разбрасываетесь-то всеми своими накоплениями? А бездоказательно. Ваша честь, вы же сами понимаете, я брала деньги только для ребенка. От меня парень отказался, сейчас Машенька, я ращу его одна. Как одна? Ну я же с тобой. Раиса Петровна, спасибо большое. Машенька, я очень рада, что вы у нас есть. Понимаю, поступок не очень красивый. Но да, с этим полностью согласна. Мне сказали уйти из жизни, я ушла из жизни, ращу ребенка своими силами. Машенька, да нет, конечно, наворотила ты дел, это... Разгребать вместе будем. Маш, я вас не брошу. Я вас не брошу. И да, ты права. Сашка в ответе за то, что он сделал. Он должен ответить. А я все равно буду с вами. Вы же мне как родные стали. Господи, да даже не как, а родные. Ты, Богдаша, семья моя, любимая моя. Суд удаляет для внесения решения. Как? Вот разберитесь. Маша, деньги придется вернуть. Какие деньги? Тишина в зале суда. Оглашается решение суда. В иске об установлении отцовства отказать. Иск не устанавливает отцовство истца Баринцева Евгения Сергеевича, потому что его утверждение, что он является биологическим отцом ребенка, опровергается обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства и заключением молекулярно-генетической экспертизы. Судебное заседание закрыто. Требовалось доказать. Все. Все. Все? Съели? Можете ехать обратно. Закрыт, а тебе поперек они встанут, Маш, дорогая. Можешь ехать? Ой, а ты со своим мужиком получше смотри.